В России могут заблокировать около 7 миллионов телефонных сим-карт. Это требование Роскомнадзора, который объявил войну так называемым серым номерам. Под этим термином ведомства имеют в виду сим-карты, которые раздают прохожим без заключения договора, а также оформленные на чужое имя или старый паспорт, могут попасть под блокировку и корпоративные номера, которые работодатель выдал сотрудникам. Если оператор сотовой связи посчитает, что ваши личные данные не актуальны, он обязательно вас предупредит и даст 15 дней, чтобы внести верную информацию о себе на портале госуслуги, в салоне связи или через приложение оператора.